Иностранцы, оказавшиеся в Казахстане на момент чрезвычайного положения, могут до 10 июля выехать из страны без оформления дополнительных документов. Желающим остаться в Казахстане необходимо урегулировать свой правовой статус. При наличии оснований срок действия визы может быть продлен. Граждане СНГ, прибывшие в Казахстан до 1 февраля, могут получить разрешение на временное проживание. Граждане, прибывшие в безвизовом порядке до 1 февраля, могут по ходатайству принимающей стороны и наличии оснований получить визы для дальнейшего пребывания в Казахстане. Трудовые мигранты могут обратиться за получением патентов без необходимости выезда за пределы Республики Казахстан, а также продлить патенты на портале электронного правительства egov.kz. К иностранцам, которые не урегулируют свой правовой статус до 11 июля, будут применяться меры административного воздействия.